Песня называется «Случай в ресторане». В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь». «Закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесу». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же», — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое много всякого, брат. За моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил братца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, Иуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной». И он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором». Не надо.